Рыбное братство. Сегодня я вам покажу, как ловить на жидкую прикормку. Да-да, вы не ослышались. Именно на жидкую. Вот так выглядит моя снасть. Вот, видите? А так выглядит моя прикормка. Видно? Вот такая здесь гремучая смесь. У меня укроп дома настаивается. Ну, еще там недельки две ему надо постоять. А сейчас я по-быстрому сделал такую гремучую смесь. Вот, кофе туда добавил, какао вернее. Вот. Укропчика вот это с настойки чуть-чуть капнул. И еще там сухой добавил прикормки такой на рыбной муке. Sony Bayes такой. У меня есть такая прикормочка. Вот я ее намутил. И сейчас я вам покажу, как она. Сейчас я сниму этих рыбок. Как это дело все происходит. Вот это пахучая смесь. То есть не жидкая, а вот именно сейчас покажу вам, подождите, чтобы не пролить ее вонючая. Вот она, жидкая. Открываем крышечку и берем нашу снасть. Вот она на базе бисы карася, видите, пенопластики вот. И такая вот как бы мочалочка, но на самом деле это не мочалка обычная, я потом уже расскажу, что это за материал такой. Вот. И берем ее, опускаем в нашу бутылочку. Все. Она утонула и начинает впитывать в себя все ароматы. Главное, чтобы был запах, хотя бы минимальный. Вот. Уже запахами я буду комбинировать, пробовать, что лучше. Потом расскажу вам, что там. Ну, смысл вы, в принципе, поняли, да? Вот. Вынимаем ее. Бутылочку ставим, крышечкой закрываем. И все. Этот материал, он впитывает в себя ароматы, но назад ничего не выливается. То есть, когда мы ее бросили, она легла на дно и запах ее выдает. Пенопластики наши всплыли, и возле кормушки рыба начинает тыкаться. Вот. В принципе, я хотел бы карася поймать, но еще рановато для карася, он еще не очухался. А вот плотва уже начинает брать. Думаю, со временем и верховодка будет попадаться. Ну, любая рыбная, рыба такая мирная, в принципе. Может и карп клюнуть. Вот, грузильце лило на дно, эта штука опустилась. Она глубоко не погружается в ил, а как бы сверху вот так лежит и издает запахи. Вот. Сейчас продолжаю рыбачить. Сегодня выходной, вот вышел, обед. Казалось бы, ни у кого ничего не клюет, а вот такая штука работает с запахами, да. Буду продолжать ловить. Там, если что, наловлю, то я вам покажу. В принципе, я вот забросил ее, и буквально поклевки были, я не ждал ни 5, ни 10 минут, а 15 секунд, я не знаю, и сразу уже поклевки. То есть на запах она быстро реагировала. Ну, это может плотва, она такая рыба шустрая. Буду продолжать. А уже подробно, из чего я сделал этот материал, я уже следующее видео сделаю. То есть, не переживайте, секретов не будет. Вот так.